Здравствуйте, уважаемые друзья! Историко-краеведческий музей города Полярный продолжает свою работу в медиаформате. И мы с вами находимся в открытом детском музее. Здесь дошкольники и школьники знакомятся с предметами русского и поморского быта. Об этом сегодня и пойдет речь. В современном мире, в быту, нас все больше окружает стекло, пластик. Наши дети редко видят вещи из природных материалов. А если и встречаются с такими, то не знают, из чего они сделаны и каково их применение. Но все же издавна на Руси именно из природных материалов делали нужные для хозяйства и удобные вещи. Одни изделия дошли до наших дней без изменений, другие в усовершенствованном виде, а третьи, если не исчезли, то стали артефактами археологических и этнографических экспедиций. Сохранившиеся предметы легко вошли в современный интерьер, и ныне, благодаря своей красоте, являются не только элементами быта, но и произведениями народного искусства. В нашем музее хранится множество таких предметов. Экспонаты из бересты и лыка мы можем встретить в экспозиции «Поморский быт» и в открытом детском музее. Конечно, в обиходе редко где увидишь берестяную вещь. Чаще изделия из бересты красуются в современных квартирах в качестве сувениров. Когда смотришь на крохотные берестяные корзинки, миниатюрные лыковые лапти, становится немного обидно за этот чудесный материал, имеющий давнюю историю. Исторические и археологические сведения подтверждают, что с давних пор береста использовалась в качестве пищевого материала. При раскопках в Новгороде, проходивших под руководством Артемия Владимировича Арцеховского, было найдено более 400 берестяных грамот, относящихся к XII-XIV векам. Также, по данным археологии, древнейшие берестяные изделия появились уже в мезолите. Берестяной лентой обматывались рукояти ножей и других орудий из камня и кости. Берестяной и лыковые промыслы были широко распространены на всей территории нашей страны. Изделия из бересты сохранились в северных, северо-восточных областях европейской части России. На севере сырье для плетения принято было заготавливать от Благовещения до Троицы. В это время кора еще мягкая, хорошо поддавалась обработке. Предметы быта, промысла изготавливались из наружного слоя березовой коры, состоящей из множества тончайших слоев, от золотисто-желтого до коричневого цвета, который не пропускает воздуха и влагу. Береста долговечна и не подвержена гниению, поэтому использовали ее для производства самых разных изделий. Внутреннюю часть коры подвергали особой обработке для придания материалу необходимой гибкости и мягкости. Конечно, у коренных жителей севера, поморов, предметы домашнего обихода из бересты и лык также были. Поморы – выходцы северо-западных областей России, в том числе новгородских земель. Береста была легка, дешево, а главное, не обладала запахом, который мог бы передаться пищевым продуктам и отразиться на их качестве. Большое место, в том числе берестяных изделий, занимала различная хозяйственная посуда для кухни, для обеденного стола, для погреба и кладовых, где хранились продукты, приготовленные впрок. Поморы издавна славились как отважные мореходы и умелые рыболовы. И основными видами у них были промысловые изделия, связанные, конечно, с рыболовством. Грузило к сетям, берестяные поплавки, сшитые из нескольких слоев. Сохранившиеся следы разметки каленым железом говорят о том, что разметка производилась по шаблону, чтобы поплавки имели более-менее одинаковые размеры. Конечно, бурак для хранения соли. Поморы часто плели ее из бересты или корней. Соль – продукт очень ценный. Он был необходим для заготовки и хранения рыбы и связан с целым рядом народных обрядов и суеверий. Солонки должны были быть устойчивыми и плотно и просто закрываться. Конечно же, были короба для переноски грузов на спине. Это плетеные заплечные емкости с клапаном. А для мелкой клади предназначались подсумки, которые носились на лямке через плечо. В быту же большое внимание уделялось убранству стола, украшению праздничной посуды. И здесь соль занимала центральное место. Бытовали солонки в виде коробочки с крышкой, в виде кобуры, в форме бутылочки. Такую закрытую солонку
удобно взять с собой в дорогу. Очень распространены были солонки в виде уточки. Ведь когда-то утицу воспринимали люди как покровительницу дома и семьи. На скатерть свадебного стола солонку утицу ставили первой. А вот наиболее распространенной формой берестяной посуды был туез. Цилиндрический сосуд с откидной крышкой, легкий и прочный, незаменимый для хранения переноса в пищевых продуктах. В таких туесах квас и молоко оставались свежими очень долго. А вот грибы и ягоды собирали в плетеные корзины с ручкой из бересты или скрученной вицы. Разнообразию форм этой посуды можно только удивляться и судить о богатой фантазии мастеров тех времен. Широко использовалась и лыка. Это лук молодой липы или других лиственных деревьев. Крестьяне заготавливали его весной. В эту пору в лесу срубались молодые деревья. Обрубив ветви, крестьяне начинали драть лыка, имеющие вид полосок. Внутреннюю часть коры подвергали особой обработке, его замачивали. Лыка, размоченная в воде, не ломалась, могло сгибаться в любую сторону. Мягкая древесина легко резалась и разделялась, поэтому из нее делали катки, мебель, посуду, ложки, мочало и, конечно же, веревки, которые были на порядок крепче. В основном из лыка, конечно, плели обувь – лапти, ступни. Кстати, самая старая известная ныне обуви – 10 тысяч лет, и это не что иное, как лапти. С глубокой древности плетеная обувь была широко распространена на всей территории Руси. Но из-за природных особенностей нашего края поморы носили лапти в доме или на подсобных работах около дома, да и только в короткий летний период и лишь на южной территории Кольского полуострова. Плели также сапоги, которые предназначались для защиты голени от ударов и использовались на полевых и лесных работах. Береста использовалась в качестве конструктивных элементов кожаного сапога. Из нее делали стельки и вкладывали для крепости в задник. И сегодня, в 21 веке, интерес к древнему народному берестяному промыслу, к искусству наших предков, не угас. В разных уголках нашей страны есть талантливые мастера, которые дарят нам эту красоту. И совсем не важно, что сделано это не из серебра и золота, а из обычной, скромной, но волшебной древесной коры, из бересты и лыка. Дорогие друзья, следите за нашими обновлениями на сайте музея и в соцсетях. Мы желаем вам здоровья, до новых встреч!